Конечно, помогу. Не будь я бесстрашный Дарук. Если Хайрулу грозит беда, то я просто обязан помочь. Спасибо, Дарук. Не знаю, виноват ли в этом Ганан, но монстры в последнее время совсем распоясались. Принцесса, когда покидаете замок, берите с собой больше охранников. Мой отец сейчас выбирает мне рыцаря-телохранителя. Один из кандидатов лучше всех в Хайруле владеет мечом. Так это должно быть... А? Что за... Монстры прямо на каждом шагу. Они что, на кого-то напали? Принцесса, подождите здесь. Жалкие трусы. Противостоять мне, великому Даруку, вот глупцы. Выходи. Бедняжка, так это на тебя напали? Все позади, они убежали. А? А? Какой позор, простите. В молодости меня еще Дару позвали. Эти создания гонялись за мной. У меня от них поджилки трясутся. А я думала, что ты вообще ничего не боишься. Скажите, принцесса. Да. А Ганан этот, он-то, я надеюсь, не собака? А? Ха-х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 а-